Всем привет! Обзор мобильного телефона Ergo E241. Так, TFT-дисплей 2,4 дюйма, FM-радио, 2 сим-карты, фонарик, 2800 мАч батарейка. Очень большой объем батарейки для такого мобильного телефона. Давайте посмотрим на комплектацию. Так, открываем коробку и смотрим. Так, тут у нас зарядное устройство, гарантийка, документация и, собственно, сам мобильный телефон, а также батарейка отдельно. Вот большая, огромная для таких мобильников батарея. 2800 мАч. И вот сам мобильник. Вот. Очень из таких простых материалов, это сразу ощущается. Простые кнопочки. Большой фонарь, такая светодиода. Тут фонарик очень мощный, я так понимаю. Микро-USB порт снизу, порт для наушников, микрофон. Не очень удобный. И он такой весь болтается, все кнопочки болтаются. То есть даже слышно звук этих кнопочек, что они, ну, тут не очень так качественно сделаны, но зато это очень дешевый мобильник с большой батареей. Так, открываем. Тут у нас два слота для сим-карт. Одна микросим, вторая обычная сим. Микросим ставится таким вот образом. Так, закрыть туда, открыть сюда. О. Кстати, не очень хорошо открывается, закрывается. Тоже не очень качественно сделан этот SIM-порт для второй симки. И тут microSD. MicroSD-слот для карточки памяти. Упс. Так. Вот так вот ставим батарею. Закрываем. Включаем. Вот такое стандартное меню. Камера. Так, ну давайте включим фонарик. Так, это так он включается. Нет. Вниз будильник. Так, а быстрые кнопки на фонарик не... А, вот нолик. Вот. Серьезный фонарик такой. Неплохой. Все. Ну, в общем, во всем остальном, да, стандартный мобильник. Вот. Не очень качественно сделан, но дешевый, с большой батареей и мощным фонариком. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.